И снова здравствуйте, друзья, опять с вами Мишаня, и сегодня я на мужской кухне. Друзья, хочу поделиться своим рецептом с вами, как я делаю сало в маринаде, или как еще называют моченое сало. Очень вкусный рецепт, и сейчас я вам расскажу, как это все приготовить. Вот у меня здесь один кусок сала, здесь ровно килограмм, но мы будем пропорционно его разрезать. Это пока в сторону, далее нам понадобится для рассола вода. Воды нам нужно будет в любой емкости, которую будем разогревать, 1 литр воды. Далее высыпаем сюда 1 стакан соли, 0,5 стакана сахара, песка, несколько горошин перец, перца черного, не молотого. А также, друзья, у каждого дома есть остатки лаврового листья, которые выбрасывать не хочется и применить негде. Вот так ломаем и выбрасываем наш рассол, как говорится. Фишка этого рассола, чем больше лаврового листья, тем больше наше сало будет такое пряное, вкусное. Думаю, вот достаточно будет. Все это, друзья, ставим на огонь и доводим до кипения, чтобы наш соль с сахаром все растворилось в этом рассоле. А тем временем, пока готовится рассол, на порционные куски, какие вам удобно, разрезаем наше сало. Вот у меня получится вот таких 4 куска. Сало очень такое с прослоечкой одной. Лучше, когда он побольше прослоечек, оно еще будет лучше. Далее, друзья, уже подготовил, начистил чеснока, который будем выдавливать через чеснокодавку. Это все по вкусу, но чем больше, тем лучше, как говорится. Вот, и на наше сало прямо так и выдавливаем. А далее, друзья, берем наше сало, чеснок и вот так, как говорится, натираем чесночком все. Как можно сказать, обволакиваем чесноком. А потом в емкость, в которую уже будем замачивать сало, складываем его аккуратненько, не спеша, вот так выкладываем. Повторюсь, здесь ровно 1 килограмм сала. Вот в таком виде мы вот сложили. Итак, друзья, наш рассол закипел. Практически соль с сахаром растворилась. И этот рассол, когда он горячий, оставляем где-то его остывать до комнатной температуры. Друзья, наш рассол практически холодный. Ну, не холодный, можно сказать, комнатной температуры. Вот еще перемешиваем. И очень аккуратно заливаем наше сало. Далее, друзья, понадобится меньшая емкость, прижимаем сало и все ставим, как будто сказать, под гнет наше сало. Вот так прижимаем, и в этом рассоле наше сало должна находиться ровно сутки. Это сутки при комнатной температуре, вторые сутки это уже в холодильник. Но 2 сутки это минимум для этого сала. Итак, друзья, достал я из холодильника наше сало. Так получилось, что оно находилось в холодильнике не 2, а 3 суток, но это ничего, оно даже так лучше примариновалось. И сейчас аккуратно его будем доставать, вытаскиваем на бумажное полотенечко, и пускай оно у нас немного вода из него вытечет, как бы сказать, немного подсохнет. И вот в таком виде оставляем его, чтобы оно у нас высохло. Итак, друзья, наше сало практически уже обсохло. И сейчас бы на любую тарелку будем вот снимать остатки лаврового листка, черного перца. Чесночок пускай остается. А запах, друзья, на целую кухню. И когда уже наше сало чистое, перекладывайте в любую удобную вам емкость для подальшего его сохранения. В моем случае вот такая пластиковая емкость. И это, друзья, все на сохранение в морозильную камеру. Один кусочек я оставил, чтобы порезать, показать, если бы камера могла передать, какое оно мягкое и нежное, и как очень хорошо режется. Прям под весом ножа само режется. Мягенькое все такое, аппетитное, сочное и очень вкусное. А всем, друзья, кому понравилось вот приготовление такого сала моченого в рассоле, лайкайте, жмите на палец вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. С вами был Мишаня. Всем приятных просмотров и до новых встреч. Пока-пока.